Июнь 2010 года. Небольшая фирма из Беларуси, занимающаяся компьютерной безопасностью, получает от одного из клиентов из Ирана просьбу проверить сбой на одном из его предприятий. Клиент жалуется на то, что постоянно выходит из строя компьютер, перезагружается, появляется синий экран смерти. После длительного анализа ошибки нашлась ее причина. Специалисты обнаружили невероятно сложную, специально созданную вредоносную программу или на языке программистов червя. Они дали ему кодовое имя – Stuxnet. Устранить опасного червя в одиночку белорусские программисты уже не смогли. И к срочному исследованию подключились ведущие специалисты по информационной безопасности со всего мира, в том числе из российской лаборатории Касперского. За более чем десятилетний мой опыт работы с вирусами я никогда не встречал столь сложного и столь высококачественного кода, как мы встретили в Stuxnet. Такой высокий уровень профессионализма никогда ранее не использовался в вирусах. Как выяснилось, вирус проник на иранский завод по обогащению урана в Натанце, а его жертвами стали компьютеры в системе управления завода. Экспертам предстояло решить непростую задачу – понять, как именно действует вредоносная программа, и установить, удалось ли вирусу распространиться за пределы Ирана. Итак, почему же Натанс? Да? Почему и как вообще, что делает этот червь? Мы, в конце концов, разгадали эту загадку, хотя на это ушло у нас более чем полгода. Вскоре стало ясно, вредоносный червь специально разработан для активного заражения компьютеров с автоматизированными системами управления технологическими процессами, или АСУ-ТП. Подобные системы сегодня в России и во всем мире управляют работой большинства ключевых объектов инфраструктуры. От гидроэлектростанций и заводского производства до очистных систем, нефтепроводов и военных объектов. Как установили эксперты, в данном случае Stuxnet был нацелен на центрифуги, в которых происходит непосредственное обогащение урана. Вредоносная программа вносила изменения в работу центрифуги, дистанционно срывая производственный процесс. А при этом увеличение мощности вращения приводило к физическому разрушению самих центрифуг. Согласно подсчетам, вредоносная программа Stuxnet успела вывести из строя более 1000 аппаратов. Впервые угроза виртуальная стала реальностью. Вот этот вот ящик Пандоры, который многие знали, да, теоретически предполагали, но все-таки опасались, да, открывать. Вот в какой-то момент это произошло, его открыли, и сейчас с ужасом, на самом деле, думают о том, как вообще с этим теперь справиться, как жить с этим дальше и как бороться с подобными проблемами в будущем. Совсем недавно выход во всемирную паутину был развлечением, уделом сотен и тысяч счастливых обладателей компьютеров по всему миру. Сегодня же нашу жизнь невозможно себе представить без интернета. Сеть пронизывает все сферы жизни, от промышленности и транспорта до общественно-политической деятельности и военных структур. Огромный коллективный разум из миллиарда людей и еще большего количества устройств, подключенных к нему. И с каждым днем этих устройств становится все больше и больше. Телефоны, планшеты, кофеварки, микроволновки, холодильники, автомобили. Все эти устройства, в принципе, имеют некую операционную систему. Они имеют подключение к сети интернет, либо могут иметь подключение к сети интернет. Это значит, что они могут быть атакованы. Кибератаки. Недавно это было лишь сюжетом для очередного блокбастера. Но в реальности мы сталкиваемся с ними ежедневно. Взломанная электронная почта, украденные пароли от социальных сетей, блокировка компьютера в целях вымогательства, спам и даже СМС-спам, что приходит на ваш мобильный телефон – все это яркие примеры кибератак. Сейчас мы видим вот это вот кибероружие, которое гуляет в сети, то, что называется, и что нам остается с этим делать? Делаем то же самое, что всегда, да? Мы его находим, мы его анализируем, мы разрабатываем средства защиты от него, реализуем в наших продуктах и информируем. Александр Гостев совсем не похож на героя голливудского фильма. Но он легко даст фору любому герою по количеству злодеев, которых он остановил. Стаж его работы – 10 лет. Должность – главный антивирусный эксперт.
А это наша антивирусная лаборатория, самый центр, передовая линия фронта той самой невидимой кибервойны. Все эти люди вокруг меня, они каждую минуту обнаруживают несколько новых вирусов. Счет идет действительно на сотни тысяч новых вирусов, буквально каждые несколько часов. В среднем лаборатория Касперского обнаруживает ежедневно 70 тысяч новых вирусов. Только в России попыткам заражения подвергаются более 80 тысяч пользователей. Производители средств защиты вынуждены обновлять антивирусные базы до 10-20 раз в час. Если раньше написание вредоносных программ было уделом одиночек, основная цель которых была демонстрация собственных знаний, то сегодня это колоссальные прибыли. Противостоят же злоумышленникам невооруженные до зубов стражи порядка, а преимущественно молодые талантливые парни. Программы и методы, используемые в кибероружии и в обычных вирусах, это одно и то же. Да? Это проникновение на компьютер либо при помощи различных дыр в программах, да, либо при помощи социальной инженерии. Когда, допустим, вам по электронной почте приходит письмо якобы от вашего, не знаю, знакомого со ссылкой куда-нибудь, посмотри, вот здесь такая интересная информация, не знаю, посмотри мои фотки и что-нибудь такое. Да? Человеку подсовывается просто ссылка, да, на которую он нажимает, и уже дальше все, информация может быть украдена любая. Да, и с этого компьютера хакеры уже могут делать все, что угодно. Основной способ борьбы с подобными угрозами – так называемый реактивный подход, когда антивирусные эксперты борются уже со следствием. Реактивный подход работает следующим образом. В центре компьютерной безопасности круглые сутки идет мониторинг вредоносных программ. Обнаружив вирус, информация поступает в центр, где у программистов есть считанные часы проанализировать исходный код, разработать противоядие и распространить его среди своих клиентов. До нас этот колоссальный труд доходит в регулярных обновлениях, которые каждый раз автоматически проводит антивирусная программа. Но это именно первый элемент защиты. Для того, чтобы реализовать защиту от подобных угроз в будущем, необходим вот этот вот долгий анализ, который порой занимает месяцы и даже вот годы, да? Как в ситуации со Стакснетом. Ни одна ракета не способна достичь цели с такой же скоростью, как кибероружие. Если к вам летит ракета, у вас есть шанс ее сбить. Да? Если против вас выпустили, то становится киберчервя или нажали на кнопку, да, реакция должна быть просто моментальной. Если у вас вот не стоит средств защиты в этот момент, да, вас уже ничего не спасет. Раньше защита управляющих систем на крупных промышленных и стратегических объектах заключалась в создании некой прослойки между этими системами и внешними сетями. То есть компьютеры непосредственно не были подключены к общей доступной сети интернет. И лишь это гарантировало им надежную защиту. Сегодня все изменилось. Этой прослойки нет. Все системы интегрированы с корпоративными сетями и бизнес-приложениями, а также к ним легко могут быть подключены внешние накопители данных, то есть обычные флешки. Вирус Stuxnet, который атаковал завод в Натанце, оказался лишь началом. Буквально через некоторое время аналогичным образом был заражен завод по обогащению урана в соседнем Бушере. А через некоторое время специалисты обнаружили уже целое разнообразие вирусов типа Stuxnet, которые активно распространились по всему миру. Террористы и кибератаки – это весьма вероятный сценарий нападения на США. Так заявил в понедельник командующий кибервойсками США генерал Кейт Александр в своем выступлении в Вашингтоне. В сентябре 2012 года правительство США представило 10 принципов законности ведения кибервойны. Согласно мнению военных экспертов, для эффективного противодействия кибератакам к ним необходимо применять законы войны. При этом, используя кибероружие, страны должны различать потенциально опасные военные объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Но, как и в обычной войне, именно гражданские объекты становятся первыми жертвами. Потенциально к чему может привести, не знаю, отключение интернета, хотя бы краткосрочное, некоторые страны мира уже испытали, да, известные примеры
2003 года, когда Южная Корея на 8 часов осталась без интернета, это было вызвано именно работой одного из компьютерных вирусов. Все эти события, они укладываются в концепцию кибервойны, да, но ни один из них не является первым. На самом деле кибервойна идет уже достаточно давно. В условиях необъявленной кибервойны безопасностью своего виртуального пространства озабочены не только американцы. На страже нашей информационной безопасности также стоят сотрудники специальных служб. Но, как известно, в традициях нашего государства о подобной работе не распространяться. Появление вирусов типа Stuxnet и Flame не явилось полной неожиданностью для нас. Мы уже более 30 лет в нашей стране занимаются такими вопросами, которые пытаются полностью парировать все возникающие угрозы. В России общими вопросами информационной безопасности занимаются различные ведомства, но именно Федеральная служба технического и экспертного контроля является главным регулятором нашего виртуального пространства. Задача защиты информационных ресурсов критически важных объектов, нарушение функционирования которых может привести к гибели людей, к техногенным экологическим катастрофам, к срыву государственного управления, а также к нарушению социальной стабильности, является одним из наиболее важных вопросов в общей системе обеспечения информационной безопасности. Но ВСТЭК лишь разрабатывает необходимые нормы защиты. Их непосредственное соблюдение целиком и полностью зависит от самих предприятий и их сотрудников. И в этом случае реактивный подход, который используется для отражения обычных кибератак, недостаточно эффективен. Если мы пойдем по предложенному вами варианту, то цена может быть очень высока последствий какой-либо атаки на систему управления. Система управления должна работать, безусловно, на опережение. Замечательно то предприятие, замечательно та компания, на которой пожаров не было вообще. Именно поэтому со всей серьезностью к вопросам информационной безопасности подходят на одной из крупнейших государственных компаний «Русгидро», в чем ведении находятся сотни гигантских гидроэлектростанций по всей России. Мы живем, поэтому у нас кто-то пробует на звук. Есть какие-то странные люди, которые пытаются нас атаковать, есть DDoS-атаки. Причины, по которым это делается, точно сказать не могу. Точно так же, как любой нормальный человек там, или компания не выясняет, то есть там генный тип конкретного жулика. Она просто ставит нормальную дверь с нормальной охраной, так чтобы какие-то уж странные люди и жулики не могли на это дело как-то напасть. Гарольд Бандурин – директор по информационным технологиям компании «Русгидро». Со своей командой он не только внимательно выстраивает защиту от уже существующих угроз, но и тщательно следит за опасностями, с которыми им предстоит столкнуться в ближайшем будущем. Так выглядела старая система управления на гидроэлектростанции. Несколько рычагов и сотню кнопок, приводящие в работу огромные турбины. И все это под надежной защитой из множества ограждений и вооруженной охраны. Сегодня же все эти механизмы заменяют несколько компьютеров, и любой из них может быть атакован. Как защитить эту невидимую границу? У нас есть IT-подразделение, сильное очень, где комплексно выстроена безопасность. Есть отдельные подразделения, которые занимаются только информбезопасностью. Но это как наша государственная граница, мы ее охраняем. Я могу видеть текущую картинку о том, что происходит в разрезе появления вирусов в компании. Есть регламент, по которому мы реагируем на угрозу и, как говорится, идем в бой. Соответственно, когда угроза нейтрализована, мы можем на основе всех наших данных провести анализ, изучить, откуда пришло, какие были цели, какие будут последствия. И вот это как раз один из элементов и защиты, и проактивной защиты. И наша работа – предотвращать, а не лечить. Подробно рассказать о тонкостях информационной защиты и систем, которые используются для обеспечения безопасности крупных заводов и станций, нельзя, так как эти системы уникальны и, естественно, строго засекречены. Вот все говорят, что вирус – это вредоносное ПО, а ведь, в принципе, за ним стоит человек, то есть ум. С одной стороны ум и с другой стороны ум. Это борьба умов.
хакер в целом не имеет эмоциональной окраски. Это не плохой человек, не хороший человек. Это человек с ружьем, со знаниями, с технологиями. И он может применить их как во вред, так и в благо. Сергей Гордейчик, технический директор крупнейшей российской компании в области анализа защищенности данных. От его работы зависит сохранность информации в таких организациях, как Минобороны, МВД, МЧС, Роскосмос и многих других. Он автор нескольких книг и пособий в этой области, а также курирует самый популярный российский ресурс по информационной безопасности. При этом Сергей пришел в эту область, потому что когда-то пострадал сам. Однажды в ФИДО, когда эта сеть существовала и активно использовалась, я поспорил с какими-то ребятами о том, что вот то, что я программирую, это правильно. Оно вот так вот будет работать всегда, и никаких вопросов с точки зрения защиты здесь существовать не может. И буквально на следующий день, поскольку мое приложение было доступно из интернета, придя на работу, я увидел, что оно не работает. Мне стало жутко обидно, потом жутко интересно, как же это произошло. Я начал разбираться и шаг за шагом начал сначала писать защищенные приложения, потом расширил сферу своих интересов. То есть безопасность — это шире, чем просто сохранить данные в секрете. Сергей уверен, эффективно противостоять сетевым угрозам невозможно, лишь создавая новые и новые барьеры. Перед всеми, кто вовлечен в сферу информационной безопасности, стоит важная задача. Как можно раньше выявлять талантливых людей, талантливых ребят, которые могут что-то сделать в этой отрасли, у которых появляются знания, опыт, навыки, и не давать им пойти на темную сторону силы. Сегодня Сергей пытается создать в этой весьма закрытой области по-настоящему сплоченное сообщество. Одна из редких встреч защитников нашего киберпространства – организованная компанией Сергея международная конференция «Positive Hack Days». Что, коллеги, добрый вечер. Меня зовут Сергей Гордейчик. Да, и эту картинку я тоже помогал рисовать. На этой конференции Сергей действительно причастен буквально ко всему. Он автор сценария и режиссер мероприятия, один из докладчиков и даже дизайнер. Максимальная зрелищность, настоящие мировые звезды в области программирования, неформальная атмосфера. Все это не только для того, чтобы участники обсудили новинки и поделились опытом, но и по-настоящему получили удовольствие. Участники конференции смело делились профессиональными секретами, приводили наглядные мастер-классы. А специально по приглашению Сергея с обзорной лекцией приехал культовый американский криптограф Брюс Шнайер. I could not mail the book. Мы проводим конференции по безопасности уже не первый десяток лет. В основном это скучные корпоративные мероприятия. Но эта конференция, хакерская конференция, нечто совсем другое. Она вдохновляет людей, она очень практична и весьма контркультурна. В России много отличных экспертов в области информационной безопасности. И возможность использовать это, чтобы учиться и учить друг друга, это превосходное начинание, которое только делает нас всех защищеннее. Сергею удалось почти невозможно. В одном месте собрать как потенциальных создателей вирусов, так и их визави. Все это, чтобы доказать молодым ребятам, быть хорошим парнем намного круче и интереснее, чем плохим. Что, например, доказал Александр Гостев с его захватывающим расследованием о новейших разновидностях червя Stuxnet, вирусах Duku и Flame. Когда мы столкнулись с тем, что вот существует новый вирус, крайне похожий на Stuxnet, мы решили посмотреть еще глубже. И вот я показывал вот эту картинку с ракетой, тот же самый Stuxnet, условно говоря, да, ему можно поменять вот эту вот боеголовку и добавить туда некий код атаки на, опять же, на кофеварку, да, или, допустим, на принтер. И это не теоретические рассуждения. Действительно, подобная уязвимость в одном из принтеров была совсем недавно обнаружена. Вредоносная программа Stuxnet и ее новейшие разновидности на этот раз стали одной из главных тем конференции.
Чтобы обсудить этот вопрос, специально на Positive Hack Days прилетел глава Международного центра киберзащиты «Импакт» Датук Мохт Нур Амин. В наши дни многие компьютерные сети управляют критическими инфраструктурами, например, системами в аэропортах. Если вы вмешиваетесь в их работу, то это может понести за собой реальные человеческие жертвы. И если взломать, например, один большой аэропорт, то последствия могут быть гораздо серьезнее, чем даже от теракта 11 сентября. «Импакт» — это созданный при ООН большой некоммерческий научный центр, объединяющий 166 стран и огромное количество организаций. Он является аналогом Всемирной организации здравоохранения в виртуальном пространстве. Эксперты «Импакта», находящиеся в Куала-Лумпур, Малайзии, круглосуточно проводят мониторинг опасных компьютерных вирусов и делятся этой информацией со всем миром. Не обязательно делиться всей информацией, но даже того, чем вы готовы поделиться, может быть достаточно для того, чтобы мир стал намного защищеннее. Кроме вирусов, способных поразить предприятия, согласно статистике того же «Импакта», в сети гуляют десятки тысяч вредоносных программ, которые каждый день атакуют нас с вами. Тут же на конференции эти атаки демонстрировались наглядно. IT-директор, который видит всю проблему достаточно свысока, увидел, как молодые парни, или наоборот, седые дедушки, разгамывают то, что он использует каждый день, его любимый iPhone, да, за 5 минут. Ставят туда троянскую программу и говорят, да, вот так тоже может быть. Ты принимаешь смс-ку, твой телефон превращается в шпиона. Даже у оператора нашей съемочной группы, шутки ради, на конференции без его ведома взломали смартфон, удалили сообщения и поменяли местами имена в телефонной книге, показав нам реальную уязвимость абсолютно любого устройства. Например, насколько уязвим для кибератак обычный банкомат, которым мы пользуемся практически ежедневно. Итак, участники подходят к банкомату. Уязвимость обычного банкомата продемонстрировали участники конференции в специальном конкурсе. Используя лишь ноутбуки с доступом в интернет, они опустошили счета условного пользователя. О, мне еще карточку достал. Сегодня самой распространенной, самой опасной атакой для рядового пользователя является кража денег со счетов в интернет-банке. Разумеется, мы говорим о наиболее активной части населения, которая сидит в интернете, которая оплачивает какие-то жилищные услуги, телефон именно через интернет. Алексей Лукацкий, автор книги «100 мифов о компьютерной безопасности», известный эксперт в этой области. Он регулярно выступает на конференциях, радио и телепередачах, ведет свой блог. И все с главной целью – доказать нашим соотечественникам. Сегодня основная проблема компьютерной безопасности – не технологии, не продукты, а именно человеческий фактор. Для многих это действительно стало нечто неотъемлемой частью жизни. И коль скоро у нас государство должно думать о своих гражданах, оно должно думать и о безопасности граждан, в том числе и в информационной сфере. Но помимо усилий государства, необходимо еще и, чтобы сами граждане знали, как с этим бороться, как, по крайней мере, этого не допустить. Ведь, как выяснилось, большинство пользователей у нас в стране как раз этого не знают. Как показала плановая проверка, которую недавно проводила одна из крупных компаний по защите информации, многие сотрудники крупных предприятий используют один и тот же рабочий компьютер и для управления производственными процессами, и для личного общения в социальных сетях, оставляя буквально открытую дверь для злоумышленников и сводя на нет всю работу киберзащиты. Пользователь считает, что его ломать никто не будет, но рассчитывать на то, что когда-нибудь будет создана некая универсальная защитная система, наверное, не приходится, потому что и систем, которые надо защищать, их очень много, и возможности их использования действительно очень много, ну и как следствие защитных механизмов тоже появляются очень много, и они никогда не будут объединены в рамках универсального продукта, который защитится от всего. То есть серебряной некой пули, там, кремлевской таблетки здесь придумать сейчас невозможно. Ну и, наверное, никогда не будет возможно сделать.
Тем не менее, согласно Алексею, достаточно соблюдать несколько правил обязательной компьютерной гигиены, чтобы чувствовать себя намного защищеннее в виртуальном пространстве. Вот несколько простых способов защитить компьютер от кибератак. Правильная настройка системы. Избегание потенциально опасных сайтов. Повышенное внимание к электронным письмам. Регулярное обновление антивируса и установка лицензионных программ. Да, многие люди, особенно в нашей стране, скажем, прямо используют пиратский софт. Вы используете тот софт, который поставили, не знаю, 3 года назад, и вот он у вас стоит. На самом деле, за эти 3 года в этих программах нашли уже столько дыр, да, что проникнуть в наш компьютер, зная о существовании их, не составляет никакого труда. И что вам делать в такой ситуации? Да? Вам либо искать новую версию пиратского софта и делать это постоянно, когда находят новые уязвимости, ну не проще ли, да, а поставить себе нормальный, легальный, чистый софт и регулярно его обновлять. Этими простыми действиями вы отсекаете гигантское количество потенциальных атак и существенно повышаете уровень безопасности как себя, так и всего государства. Без этого, к сожалению, мы будем обречены на то, что ежедневно будут появляться всякие свидетельства о том, что кто-то где-то кого-то атаковал, украли деньги, сняли со счета там, детского сада, какого-нибудь благотворительного фонда, банка. И все же, как нам подготовиться к этой виртуальной Нужно угрозе? Нужно воспитывать семью, потому что мать, отец, старшие дети, они должны понимать текущие угрозы, понимать, как жить в цифровом мире и транслировать это подрастающему поколению. Я просто по роду профессии параноик, наверное, да, и крайне серьезно оцениваю вообще риски, которые вот влечет за собой развитие вообще интернета и кибероружия. Но я вспоминаю, что давным-давно, когда был маленький, учился в школе, у нас были уроки гражданской обороны. Мы, наверное, уже подошли к тому моменту, когда пора начинать образование населения, понимание, донесение до них понимания того, чем вообще грозит кибервойна.